прокуратура Чувашии направила в суд дело по факту дачи взятки сотрудницы Министерства транспорта и дорожного хозяйства. Забегая вперед, попытка не увенчалась успехом, чиновница оказалась неподкупной. Из материалов уголовного дела следует, что 27-летний обвиняемый, который фактически занимается предпринимательской деятельностью по организации маршрутных перевозок на территории Чувашской республики, в целях организации победы в конкурсе на право осуществлять пассажирские перевозки по маршруту номер 125 Цивильск-Чебоксары, решил передать взятку должностному лицу Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской республики. В этих целях он привлек к посредничеству взятки своего 55-летнего знакомого, который несколько раз встретился с должностным лицом министерства и предложил за совершение указанных действий передать ему взятку в размере 500 тысяч рублей. Данная сотрудница министерства отказалась от получения денежных средств, сообщила об указанном незаконном предложении в правоохранительные органы, и в последующем посредник был задержан при непосредственной передаче денежных средств в размере 200 тысяч рублей, что являлось частью обещанного. Ходатайство следователя судом в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Молодой человек, которому инкриминируется дача взятки, свою вину признал в полном объеме, а посредник признал свою вину частично. Молодому человеку, которому предъявлено обвинение в даче взятки, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет, а его знакомому, который обвиняется в посредничестве, во взяточничестве, грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.